Гербовый зал, торжественная обстановка. Своих заслуженных наград ждут 37 человек и 4 общественные организации. По стойке смирно замер почетный караул, входит губернатор. Торжественная церемония началась. Глава региона отметил большой вклад земляков в развитие региона и мужество при исполнении служебного долга в зоне специальной военной операции. Высшую награду Родина получила семья погибшего бойца. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоит звание Герой Российской Федерации посмертно младшему лейтенанту Уркумбаеву Ерлану Муратовичу. Участники специальной военной операции награждены медалями за отвагу Жукова, Суворова. Отмечен на государственном уровне и труд работников производственного объединения «Стрела» железной дороги. Они получили медаль ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Мы гордимся вашими трудовыми успехами, многолетней работой на благо Оренбуржья. Благодарим за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга. Сегодня здесь присутствуют наши бойцы, которые мужественно отстаивают безопасность и независимость Родины в ходе специальной военной операции. За отличие в содействии специальной военной операции вручается утвержденный в регионе знак. Среди награжденных им сотрудник Управления внутренних дел России по Оренбургской области Артур Абушахмин. Он организовал сбор гуманитарной помощи от полиции Оренбуржья. Не могли, как офицеры Российской Федерации, остаться в стороне. У меня лично, у самого, много друзей и знакомых в настоящее время защищают нашу Родину. Помогают бойцам специальной военной операции оренбургские аграрии. Несмотря на то, что сейчас в селе горячая пора, хозяйство из Переволодского района регулярно отправляет на фронт необходимую технику, за что удостоилось коллективного знака за отличие в содействии специальной военной операции. Машину нашу, буханку мы отправили, а затем туда же строительные материалы, бензопилы, генераторы туда выходили. Вот недавно, прям буквально на той неделе, квадроцикл отправили 810-м морской пехоте. Сеять начали вчера, ну и убираем озимую пшеницу. Работа идет, кипит. Коллективное фото на память и награжденные отправились совершать трудовые и ратные подвиги. Александр Криволапов, Юрий Хроликов, новости дня.